вернулась из школы, и сегодня мы с вами будем обозревать моего нового кота. Это Сосо. Не-не-не, стой, подожди. Ладно, я его возьму. Сейчас мы сделаем пертурбацию. Вот так. Правда, я в костюме, это не очень... Ладно. Он нам очень нравится. Такая история произошла, нам подбросили аж на 8 котят. Они все были белые. И многих разобрали. А этот котеночек остался последний. И мы решили его взять. Вот, он очень игривый. Он очень коммуникабельный. Он любит всех. С первых секунд он вел себя как дома. И он любит нашу старую кошку, которую зовут Ася, но Ася его не любит. Дикие взаимоотношения двух особей. Женская особь в нашей среде обитания негативно относится к новому жителю. А мы его кормим. Он ест больше, чем наша взрослая кошка, которая 4 года. Ему максимум месяца 3. 4. Он очень много ест. Надо мне ломать.